Бусидо. Путь воина. Бусидо – это самый жесткий вид рукопашного боя. Он собирает самые большие аудитории. В этой борьбе все по-настоящему. Противники наносят друг другу страшные удары в голову и корпус. Этот вид спорта объединяет лучшие элементы дзюдо и карате, самбо и кикбоксинга. Никогда прежде бойцы в этих различных дисциплинах не сходились друг с другом на одном ринге. Федерация Бусидо руководствуется строгими правилами и инструкциями. Можно использовать предплечье, но нельзя наносить удар локтем. Можно наносить удар ладонью, но нельзя кусаться, царапаться или наносить удар головой. Когда противник стоит на четвереньках, запрещен удар ногой по голове. Но если противник поднимает руку, чтобы защититься, тогда по голове разрешено наносить удар. Когда противник на четвереньках, вы можете наносить удары куда угодно, только не в голову. За нарушение снимаются баллы. Когда суплекс заканчивается нокдауном, снимается 4 балла. 3 балла за нокдаун и 1 балл за обычный бросок. Боец может выйти из болевого захвата, коснувшись канатов. Но за это тоже снимается 1 балл. Капитуляция в любой момент кладет конец схватке. Бусидо отправляется в Сидзуоку, где на сегодняшнюю программу выстраиваются очереди. Гвоздь программы – бой Набухико Такады. Также нас ждет кикбоксерский поединок в рамках Федерации Бусидо. Противником Такады выступит американец Стив Кокс. Зрители также увидят парный бой с участием лучших мастеров Анджо и Флеминг против Накано и Бертона. Итак, сегодня Набухико Такада против Стива Кокса. Парный бой Марк Флеминг и Йоджи Анджо против Тацуо Накано и Тома Бертона. И специальный кикбоксерский поединок между Макото Оуэ и Фернандо Кальеросом. Вот Фернандо Кальерос выходит из-под трибунных помещений, приветствует публику. Ну а это любимец всех японских любителей кикбоксинга, уж простите меня за слово, любителей, Макото Оуэ. Фернандо Кальерос из Альбукерка. Ему 20 лет, рост 1,77 м, вес 64 килограмма. Известен страшными ударами ног и быстрыми руками. Выпускник американской академии Кэмпа Карате. У него пока короткая, но весьма впечатляющая карьера. 14 боев, 12 побед, 1 поражение, 1 ничья. Ну и Макото Оуэ, он из Токио, ему 23 года, рост его 1,75 м, вес 63 килограмма, специализируется на ударах низом и в своем последнем бою победил американца Пэта Кейна.
провел 8 боев, 5 побед, 2 поражения, 1 ничья. Итак, у нас поединок Макото Оуэ против Фернандо Кальероса. Посмотрим, кто же сможет выйти победителем из этой борьбы. Оуэ в красном углу ринга, Кальерос, соответственно, в синем. Нас ждет довольно-таки длинный бой, 5 трехминутных раундов. Ну и немного о Кальеросе. Это выпускник американской академии Кэмпа Карате. Расположена она в Альбукерке, в Нью-Мексико. Очень перспективный боец, и тренеры в спортзале утверждают, что скоро он станет чемпионом мира. Сегодня он пройдет хорошую проверку. Оуэ в голубых трусах, Кальерос в темно-синих с белой полосой. Оуэ, видите, напирает на соперника и очень хорошо защищается. Кстати, редко очень приходилось видеть, чтобы Оуэ уже в первом раунде начал давить на соперника. В принципе, если говорить о японской публике, то японцы, конечно, не очень любят поединки, которые быстро заканчиваются нокаутом. Японцы все-таки приверженцы такой тактической борьбы, долгой подготовки. Сейчас неплохо атаковал Кальерос. Но безрезультатно. Да, удар сейчас мимо Кальерос нанес. А вот удар с разворота вроде бы у него получился. К сожалению, камера расположена немножечко не там, где ей нужно было бы располагаться. И поэтому не было видно, что Кальерос сделал с Оуэ. И попал ли он вообще куда-то, или попал в защиту. А вот Оуэ идет вперед, и действительно такого не было у нас в поединках с участием Оуэ, чтобы он уже в первом раунде так настырно атаковал. Не прошел сейчас удар у Кальероса. Клинч. Ну что, все-таки стартовый этот натиск, похоже, немножечко прекратился. Да, Кальерос-то, в принципе, неплохо атакует ногами. Да, Макото решил, наверное, приструнить настырного парня из Альбукерке. Но все удары так приходится в защиту Кальероса. Первый раунд завершился. 40-39. Пока минимальное преимущество Макото. И что сейчас, интересно, подсказывает секунданты. В первом раунде Оуэ смотрелся очень хорошо. Но во втором раунде Кальеросу, скорее всего, придется сменить тактику. Потому что то, что сейчас показал Кальерос, ничего ужасного и страшного для Макото Оуэ не представляло. Достаточно длинный перерыв, смотри-ка. Да, вот прошла мимо электричка. И именно по этому сигналу наши боксеры встали со своих мест. И Оуэ сейчас вроде бы хорошо атаковал, но, по-моему, его удар не нашел адресата. Ну что будет сейчас делать Кальерос? Пусть доказывает, что в Академии Кэмпа Карате учат не только ходить в Макдональдс и есть гамбургеры, а еще и воевать.
Вот неплохо сейчас вроде бы прошли два удара у Кальероса, но толку чуть. Боже, посмотришь вот на этих двух ребят. Кожа да кости. Все чаще и чаще, смотрите-ка, наши ребята входят в клинч. Не удается пока Кальеросу сделать что-то маломальски опасное для Макото Оуэ. Несмотря на то, что Кальерос известен тем, что может, конечно, доставить неприятности ударами ног, но пока ничего. Затишье небольшое у нас сейчас на ринге. Минута, похоже, осталась до конца этого поединка. Рефери в очередной раз разводит бойцов и оттаскивает их от канатов. Но пока все атаки Кальероса приходится в защиту Макото Оуэ. Ну что, Макото пройдет все-таки удар у него? Да, ага, вот только что хорошо. Еще раз неплохо атаковал Макото Оуэ. Но окончание этого раунда явно вышло за Макото Оуэ. Видите, уже плюс 3 балла. Впереди японский кикбоксер. И пока с каждым раундом наращивает свое преимущество Оуэ. Если все пойдет так и дальше, то вполне допускаю, что мы не увидим с вами нокаута. Но уж то, что по баллам может выиграть и имеет огромные шансы выиграть именно Макото Оуэ, это точно. Вытирает канаты судья. И призывает он Кальероса побыстрее вставать с табуреточки, который тому выносит секунданты. Ну что, судья, готов, нет? Решил полы помыть. Все, угомонись. Ну, еще раз давайте напомним, что в светло-голубых трусах Макото Оуэ, в темно-синих Кальерос. Ох, сейчас попал здорово, по-моему, Макото. Не могут пока ребята, которые сейчас на ринге выступают, найти правильную дистанцию. Кальерос вроде неплохо атакует верхом, но недостаточно сильно, чтобы пробить защиту Макото Оуэ. А Оуэ здорово обороняется против этих ударов. И пока у него все, план, по крайней мере, на бой его выполняется на 100%. Особенно если вспомнить счет. После двух раундов Макото Оуэ выигрывал 3 балла, 40-37. Кстати, заметьте, как только Кальерос начинает пятиться. Вот сейчас, по-моему, прошел прямой. Прямой прошел довольно неплохой. И атакует Макото Оуэ. Но мы поймем в конце раунда, насколько опасно атаковал Кальерос, потому что хотя бы Балта с Оуэ могли бы списать в случае результативной атаки. А вот захваты шеи запрещены в кикбоксинге, да. Ничего не получается у Кальероса.
А раз за разом Макота ловит, догоняет. Ох вам, пожалуйста. Да, не надо забывать, Кальеросов, что в кикбоксинге можно еще и коленями работать. Но пока он не очень-то пользуется своими сокрушительными ударами ногами. Макота готов продолжать в любой момент. Смотрите, загоняет он прямо Кальероса в угол. И, по-моему, Кальерос уже жалеет, что вышел на ринг против Макота Оуэ. Да. Но все это удары, конечно же, просто приходится в корпус. За это баллы не списывают. Пока вот эти удары тоже ни к чему не приводят Макота Оуэ. Третий раунд позади у нас. Кальерос пока держится. Но вы посмотрите, как много. 10 очков сразу же он потерял в этом третьем раунде. Если он надеется побеждать в этом бою, конечно же, нужно что-то предпринимать. Так, посмотрим. Ага, вот он повтор. Вот, ну это да, действительно, удар-то достиг цели. И почему же с Макота Оуэ не был списан один балл, непонятно. А это уже атака Макота. Секунда, секунда. Третий раунд. А, прошу прощения, четвертый. Конечно же, четвертый раунд уже. Оуэ уже на ногах, и Кальерос все медленнее и медленнее встает с табуреточки. Подустал парень. Ну и зачем же Кальерос опять зажимает себя в угол? У него же практически нету шансов уйти из этого угла. Вот в чем проблема. Не может Кальерос выдерживать эту дистанцию-то. Да. Кальерос, по-моему, решил просто продержаться до конца поединка и не предпринимать каких-либо серьезных и маломальски вразумительных действий против Макота Оуэ. Поскольку, ну, в этом бою, конечно, уже ничего он не добьется. Уж слишком усталым выглядит он и слишком активным выглядит Макота Оуэ. Ничего у Кальероса не проходит. Как говорится, кишка, видать, тонка. Вот сейчас хорошо пробил вроде бы. Но нет, чтобы посильнее. У него же есть удар. Почему он так слабо бьет? Боится контратаки. Но если хорошо попасть, то уж там и до нокаута недалеко. Но нет, все вот делается это серединка на половинку. Либо у Макота Оуэ вообще отсутствует болевой порог. И вот сейчас удар Макота был очень эффектный, но вовремя смог защититься, поставил руку в перчатки. Кальерос. Вроде бы попадает Кальерос в лицо и в голову Макота Оуэ, но недостаточно сильно для того, чтобы добиться чего-то положительного для себя. Последняя минута четвертого раунда. Да. Полное, тотальное преимущество Макота Оуэ. Ну, Кальерос действительно ничего не смог противопоставить Макота. И вынужден, наверное, он признать, самое главное, не только он, но и его тренер, что возвращается он далеко не со щитом, а именно на щите. Макота делает просто из него отбивную, делает с Кальеросом все, что хочет.
И мечта Кальероса, конечно, услышать долгожданный гонг. Ну, а затем в пятом раунде 3 минуты отстоять и все. А вот гонг мы с вами услышали. Четвертый раунд позади, 40-25. И, как мне кажется, Макото Оуэ прекрасно понимает, что этот бой за ним. Результат этого боя, я думаю, не вызывает ни у кого сомнений. Самое главное для Макото сейчас не пропустить шальной удар, который может оказаться решающим и фатальным для него. Поэтому, как мне думается, Оуэ сейчас не станет активно атаковать, а просто спокойно продержится в защите ближайшие 3 минуты для того, чтобы судья потом поднял именно его руку в честь определения победителя. Но я могу ошибаться. Вполне вероятно, потому что, как ни крути, у Кальероса-то репутация некая присутствует, которую нужно поддерживать. Поэтому именно благодаря этой репутации здесь его считают и посчитали до, по крайней мере, начала поединка восходящей звездой. Вполне вероятно, Макото решил закончить этот бой нокаутом. Да, действительно, Макото неотступно следует за Кальеросом. Думается мне, что все-таки он хочет одержать именно чистую победу, но вот сейчас было неплохо. Вы посмотрите, Макото никак не может успокоиться. Даже вот тот вот удар с разворота, который несколько секунд назад нанес Кальерос, не охладили пыл японца. Он прекрасно понимает, я, конечно, говорю про Оуэ, что он лидирует по баллам, но больше он не производит впечатления этого убийцы. Ну, здесь, конечно, и усталость сказывается, да и Кальерос пару раз неплохо попал. Макото все это помнит. Вот сейчас такие танцы в исполнении Макото Оуэ. Но почему же Кальерос не включает ноги-то? Либо он сдался еще до начала этого поединка, перегорел. Вот сейчас был показательный момент. Куда скакать? Ну а время идет, действительно. По-моему, сейчас видели, Кальерос пошел себе и пошел. Лишь рефери в последний момент остановил Кальероса, напомнив тому, что выход-то далеко не там. Вот сейчас Макото тоже попал. Макото и скачет, смотрите, как заведенный. Ноги как на пружинах. Ну, увидим мы с вами хотя бы нокдаун. Я про нокаут уже и не мечтаю. Очень хочется увидеть хоть что-то маломальски активное в исполнении двух великих кикбоксеров. Не, ну, тотальное, конечно, преимущество Макото Оуэ в этом поединке. И здесь уже все ясно. Не сможет он проиграть за столь короткое время. Да и Кальерос сдулся, мне кажется, по полной программе. Да, действительно. Все, уже он не соображает. Куды бечь? Зачем бечь? 40-24. Вот так вот. И у Макото еще остается силы, чтобы сказать спасибо зрителям. Не сказал бы я, что этот поединок относится к разряду сверхинтересных. Победитель Макото Оуэ. Вот дальше гораздо интереснее. Нас ожидает парный поединок Флеминга и Анджо против Накано и Бертона. Вот он, Том Бертон, пират Карибского моря. А это Тацуо Накано. Так, одна команда уже вышла из раздевалки.
И вот представители второй команды. Марк Флеминг и Йоджи Анджо. Вот он, Йоджи. Оторвал где-то на черкизовском рынке, смотрите, золотого цвета куртку вместе с Флемингом. Нанес там трафаретом логотип федерации Бусидо. Молодцы, ребята. Вот Том Бёртон. И его напарник Тацуо Накано. Из Ибараки. Ему 28, рост 1,75 м, вес 98 килограммов, славится невероятной выносливостью. Его напарник Том Бёртон из Флориды, ему 32, рост 1,77 м, вес 109 килограммов. Марк Флеминг, Йоджи Анджо на ваших экранах. Ну и данные по Йоджи Анджо. Он из Сайтамы, ему 26, рост 1,83 м, вес 95 килограммов. Кикбоксер, рестлер и славится мощными захватами рук. Его напарник, рестлер Марк Флеминг из США, специализируется также на самбо и дзюдо. Ему 33, рост 1,85 м, вес 116 килограммов. Ну, американцы, два американских бойца столкнулись, развел их по разным углам, улыбаясь. Йоджи Анджо, слева Марк Флеминг, справа Том Бёртон. Ну, Анджо, молодец! Говорит, подожди! Давняя-давняя борьба у Бёртона с Флемингом. Как бы это сегодня превратилось в одиночные поединки между Бёртоном и Флемингом. Все, вытолкал Флеминг. Йоджи и понеслась душа в рай. Ну что? Такое впечатление, что один у другого девушку увел. Так они резко ринулись друг на друга. Ну а Накано с Йоджи Анджо над схваткой наблюдают спокойно за началом этого поединка. Забавно. А, говорит Флеминг, и сбрасывает с себя Тома Бёртона. Смотрите, как Том Бёртон достаточно быстро пришел в себя после последнего боя, который он проиграл Гарри Олбрайту. Там Олбрайт из Бёртона просто сделал отбивную. Ну, взаимные захваты, я так понимаю, сейчас. Причем более действенный у Бёртона. Так. Вот, правильно, Флеминг добавил Бёртону. И что же сейчас будет? Опять ринутся друг на друга, нет? А Бёртон здорово сейчас дважды атаковал ногой. И сменил Накано Бёртона. Ну, Накано, напомню, совсем свежачок. И Накано уже в действии. Побольше у него сил. Все-таки Флеминга немножко Бёртон потрепал. Только что. Кстати, забавное замечание. В последний раз Накано и Бёртон сходились на ринге именно в поединке друг против друга. А сегодня они вот выступают в одной команде. И это еще одна отличительная черта таких боев. Ты можешь находиться либо в команде, либо сам по себе. Так, Флеминг сейчас пытался провести болевой, но не получилось. Сорвался захват у него.
И очередная передышка. Вот почему сейчас Флеминг не передает право нахождения на ринге Йо Джанжи? Вот это непонятно. Так, Флеминг сейчас... Нет, опять ничего не получилось у Флеминга. Будет бросать, но не так-то просто. Благо, Накано весит далеко, не как Макото Оуэ, которого мы только что с вами видели. И почему же Флеминг не хочет уходить? Да, Накано бросить. Это... Что называется, не поле перейти. Может быть, все-таки удастся Флемингу это, нет? Нет. Все. Ну, наконец-то, угомоните Флеминга уже. Дайте ему почитать Яна Флеминга про похождение Джеймса Бонда. О, как вышел Йо Джанжо. Пожалуйста вам. Но это нет, это не нокдаун. Резво вышел, смотрите, Канжо. Резво. И попытался бросить, но не получилось. А вот как здорово Накано действует. Посмотрите-ка. Очень неплохо. И судья как бы приглашает. Ну, выкинете кого-нибудь за пределы ринга. Я вам специально канат опустил. Пожалуйста. Коленом 2-3 раза уже атаковал Йоджи. И все-таки вылетели. Но только в другую сторону. Наши бойцы. Бертон возвращается на ринг. Против Йоджи. Да, штаны зебры. Штаны цвета зебры. Приводит в восторг даже американских комментаторов, не то что нас. Так, Бертон опирается на канаты, а это запрещено делать. Да. Судья это тоже увидел. Не получили сейчас два удара у Йоджи. Поэтому Бертон спокойно. Заваливает его. 5 минут уже борется. Или бьются, называйте это как угодно, наши бойцы. Вообще, может быть, очень опасно. Посмотрите-ка. Локоть может быть сломан, кстати говоря, у Йо Джанжо, нет? Как вам кажется? И зачем-то отпустил. Ну почему? А как здорово, да, действовал сейчас Йо Джанжо. Посмотрите-ка. Ничейный счет по 20. Двойная замена. Накано и Флеминг уже на ринге. И сложно понять, кто сейчас в атаке был. Похоже, что Накано из последних сил пытался довести болевой прием до логического завершения. Нет, не сдается ни Накано, ни Флеминг. Но Накано двигается к канатам. Да. Ага, вот мы не видели с вами правую руку Накано. Вы видели, только что показали. Правую руку Накано держал Флеминг. Но почему же такой ракурс выбрал режиссер? Да, нужно немножечко руку-то в порядок привести на Накано. Действительно, висит как плеть. Ох ты! Что Флеминг делает? Вы посмотрите, выкидывает Накано он за пределы ринга. И чуть было Накано не сбросил со своих мест
зрители, они ведь заняли места согласно купленным билетам. Все как полагается. Дортон решил отомстить. Дортон вышел мстить за Накана. И практически у него это сейчас удалось. Еще одна попытка слома руки. Но это уже не так страшно, посмотрите. Накана у канатов. Йоджанжо у канатов, простите. Да, 19-19. Сейчас была резкая очень атака Бертона. Неплохо. Неплохо начал свой микроматч. И Бертон сразу же заменился на Накана. Очевидно, у Накана с Йоджи личные счеты. Очень здорово сейчас несколько раз с дистанции атаковал Йоджи Анджо. Ох как! Вот это нокдаун! Ну что, Йоджи надо повторить? Да, повторяет, но смотрите-ка. Бросок будет, есть! Суплекс засчитан. И замена. Ага. Бертон и Флеминг выходят на ринг. Ой-ой-ой-ой-ой. Вы посмотрите, что творит Бертон, а? И вот Флеминг уже в атаке. Ну, вы посмотрите, где канаты. Как они близко. Да, 18-15. Пока впереди пара Йоджи Анджо, Марк Флеминг. И Бертон наелся. Как вообще ломает шею, знаете, Накана. Ногой прошелся по солнечному сплетению Накана. И вот это да! Убийственный удар ногой. А сможет ли Флеминг подняться после такого? Поднимается. Нужно срочно передавать. Да, передал эстафету. Надо в себя приходить. Бертон продолжает феерить на ринге. Бросать. Ох, как он бросил. Да что ж такое. Смотрите, Бертон сегодня просто молодчик. Ой, что это было? Что? Чистая победа. Вы посмотрите, только что Бертон так неплохо швырнул Йоджи Анджо. Ничего не предвещало беды. А Йоджи взял, сумел подняться и провести моментально болевой прием. Вот вам, пожалуйста. Ничто не предвещало беды, казалось бы, да? Ой-ой-ой. Да, Флеминг и Анджо вышли победителями из этого поединка. Молодцы, молодцы. Очень грамотно сейчас был проведен поединок. И Флеминг здорово работал, и Анджо. Все было супер для этой команды. Ну, а мы переходим к самому вкусному событию вечера. Набыка Такада против Стива Кокса. Вот он, Стив Кокс. Не надо думать, что он является родственником Карине Кокс из группы «Сливки». Это лишь простое совпадение. А это Набухико Такада, который не является родственником вообще никому из России. И, может быть, очень даже жаль. Сингл
трико красно-белого цвета Стив Кокс. В синем углу ринга Кокисы, Стиви. Вот он, 34 года ему, рост 1,93 м, вес 116 килограммов. Он новичок в бушидо, и этот бой станет проверкой его характера. Вот Набухико Такада из Канагавы, ведущий японский боец бушидо. Ему 31 год, рост его 185 сантиметров, вес 104 килограмма. Он просто изматывает соперника точными ударами ног, после чего делает захват, которым, как правило, побеждает. В его послужном списке лишь одно поражение, которое он потерпел от Гарри Олбрайта. Но вообще в 11 боях у него 10 побед. Судья рассказывает Стиву Коксу, что нельзя бить локтем. И судя по тому, как долго он это делает, для Кокса это неожиданность. Рукопожатие. Приятно. Стив Кокс является профессиональным американским рестлером. Есть у него некий опыт и в любительском рестлинге. Он знает, как вести бой. И говорит, что предпочитает наносить удары ногами. Что ему, конечно, и придется сегодня делать. Потому что если он один из простых борцов, с которыми Такада так часто имел дело, его ждут серьезные неприятности. По 15 баллов сейчас у каждого из бойцов. Так, ну что, Такада? Ну, господи, ну, дебютант против тебя, атакуй! Вот! Конечно! Вот левая нога, посмотрите, у Кокса совершенно не защищена, и можно несколько раз проверить ее. Так, Кокс пошел в ноги. Такада, нет проблем, говорит, иди в ноги, в руки. Главное, отойдите от канатов, как говорится. А руки, кстати, пальцы, смотрите, у Стива Кокса затейпованы по полной программе. Ну что, чистая борьба? Причем совсем близко к канатам. Что будет делать Кокс дальше? Пока ничего мало-мальски значимого мы с вами не видим. Ну, вот сейчас прижал Кокс Такаду к рингу. Ну и что? Такада, наоборот, может отдохнуть, он не против. Почему же нет? Ну, вот оно, отсутствие опыта в федерации бушидо. Согласитесь, Стив Кокс не очень хорошо понимает. Вроде бы уложил соперника на лопатки. Судья должен свистеть. Ну, по логике вещей, в борьбе ведь так и происходит, да? А тут мало того, что судья не свистит, так Такада еще и сопротивляется. Это Коксу, конечно, не очень понятно. Вот, пожалуйста, Такада мало того, что сопротивляется, он еще и проводит контратаки. Но все это происходит почему-то не в центре ринга, а возле канатов. Так вот, Такада, похоже, просто выжидает сейчас момент для атаки. Хочет увидеть, какие у Стива Кокса припасены козыри. И ждет, когда же соперник раскроется. Ну, надо, да, от канатов уже уходить, сколько же можно. Вот заметьте, Такада, кстати, совершенно не тратит сил понапрасну. А
А вот, кстати, посмотрите, ногу-то Кокс по-прежнему оставляет открытой, и такое впечатление, что он просто забыл о том, что Такада может сейчас так пройтись по его ногам своими, что мало не покажется. В принципе, Такаду можно понять тоже. Знаем мы, что Такада неплохой рестлер, но учитывая то, что против него вышел неизвестный рестлер, неизвестная техника, кто он такой, этот Стив Кокс. В общем, тактика Такады, думается мне, верная. Но зритель, естественно, хочет какого-то экшена побольше. Так, ну что? Ага, вот и Такада начал показывать, что он тоже что-то умеет. 15-14. Первый балл мы видим списанный. Ну, посмотрите, Кокс сейчас какой-то запуганный после того болевого приема Такады. Не ожидал он, очевидно, такой наглости вот на Бухико. Ну, надо было смотреть нашу программу, согласитесь, чтобы понять, что на Бухико Такада один из самых грозных, если не самый Бушидо. Вот, пожалуйста, Такада опять проводит болевой. И Кокс опять у каната. За счет чего собирается побеждать Кокс? Где его удары низом? Такада с удовольствием ввязывается вот в эту вот борцовскую возню на ринге. Хотя, казалось бы, продолжи биться стоя, и у тебя преимущество. Но хочет он доставить удовольствие, очевидно, Коксову. Таким образом, поборовшись с ним. Потому что ногами-то Такада его сразу же забьет. И поминай, как звали. Да, Такада, посмотрите-ка. 15-12, еще минус балл у Кокса. Опять бой. А, вот, пожалуйста. А вот и пожалуйста. Долго мы говорили про левую ногу дважды уже. Третий раз. Четвертый. Но, по-моему, Такада взялся за дело серьезно и будет сейчас заканчивать этот поединок, как мне кажется. Да, действительно. Ну, вот и все. Недолго музыка играла. Такаде надо было браться за дело гораздо раньше, а не мучить Стива Кокса вот этими борцовскими упражнениями. Ну, это Такада. Это бренд, это марка. Вот Канехара сейчас выступает в роли ассистента, а вы знаете, такое ощущение, какие-то проблемы с рукой у Стива Кокса, с локтем. Да, благодарность. Ну что ж, на Бухико Такада, победитель этого поединка. Он стремится вернуться на вершину. Напомню, что единственное поражение у него от Гарри Олбрайта. Ну а в следующий раз гвоздем программы станет парный бой «Восток против Запада», «Япония против Америки». Киёши Тамура. И Казу Ямазаки. Против Марка Сильвера и Гарри Олбрайта. Это будет нечто. Программа подготовлена к показу кинокомпании «Селена Интернешнл» по заказу телеагентства «Русский репортаж».